Отныне хозяева электромобилей и велосипедов будут на особом контроле у администрации города. Сегодня аким города встретился с бизнесменами и объяснил им их права и обязанности. Теперь данную услугу будут предоставлять только 24 предпринимателя. Мои коллеги сопровождали главу городской администрации во время рейда. Требование сократить число опасных игрушечных аттракционов. Именно большое количество всевозможных машинок, велосипедов и других назойливых аттракционов мешает спокойному, безопасному отдыху жителей и гостей областного центра. Согласно требованиям, бизнесмены должны предоставлять свои услуги на строго отведенной территории размером 400 метров. И их число не должно превышать 24 предпринимателя. А сейчас их более 30. И они хаотично расположились вдоль набережной. Именно 24 бергенде кассовый аппараттар барып көрдік. Алайда бірақ жаңағыдай жаңсыздарда бір орынға алады, үш жерде төрт жерде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлер анықталды. Во время встречи предприниматели попросили акима города продлить график работы до часу ночи. Также они просят расширить отведенное место для верховых прогулок. Наряду с этим предприниматели сетуют и на дорогую электроэнергию. Галамжан Ниязов, в свою очередь, подчеркнул, что решение этих вопросов требует времени и рассмотрения на уровне маслихата и общественного совета. Будущим городским акиматом будет проведен конкурс. Планируем привлечь СПК «Каспий». Дальше уже с ними будете работать на правах аренды, либо другой вид сотрудничества. А пока можете обращаться ко мне. Все ваши обращения будут приняты к сведению. Отныне хозяева велосипедов должны расположить свой товар под номерами на специально отведенном месте в 15 микрорайоне. Клиент не должен выезжать на ограничительную территорию. За нарушение требований вся ответственность ляжет на хозяина аттракциона. Мунжерге велосипедтердің бәрін орналастырасыңдар. 20 велосипедті каждый келетін адам табличкасымен келеді ертең. Енді велосипедтер былай қарай, немесе былай қарай өтіп келетін болса, онда сол велосипедті меморандум бар, келісім шартқа сәйкес, онда босатады орын деген. Баста конкурент кіреді. Как стало известно, на сегодняшний день на территории набережной открыть свой бизнес изъявили желание 50 человек. Однако, по словам акима города Галымжана Ниязова, больше никто не получит разрешение. Өшілерін жалғыз басты анамыз деп келген 1-4-5 адамға берілуі мүмкін. Бірақ қалған ешкімге ешқандай рұқсат берілмейді. Біз қазір сіздердің көңілдеріңізді қарап 5 адамға беретін болсақ, сіздердің арттарында менде 45 арыз жатыр. Осы жаққа тұрамыз деген. Онда бұл таза жайма базар болады. Сондықтан болашақта ешкім рұқсат берілмейді, велосипедке де рұқсат берілмейді, жаңағы уақытша сауда сатуға да рұқсат берілмейді. Для реализации этих требований на территории 7-го микрорайона от поста полиции до 15-го микрорайона будет объявлен санитарный день. В течение 2 дней здесь никто не должен вести свою работу. Салтанат Айджанова, Руслан Агаев, Дузельбай Нурбай, Каспий, Ахпарат.